Видите, вот я сейчас буду обрезать канны. Вот второй кустик кан придется обрезать. Обратила внимание, что сок не выделяется. С краев листьев должен течь сок, то есть листья мертвые. Не идет естественный процесс. Вот этот прорастает, проросший оставим, а это срезаю безжалостно и, в общем-то, удаляю это растение. Вот, как мне не прискорбно сообщить, как мне не жалко. Но, в общем, не могут они расти здоровыми. Видите, что с листьями? Все листья покоцаны, все листья высохли. Короче, все ждет весеннего обновления. Хотя вот стебель, видите, здоровый, да? Но листья ужасные. Вот, поэтому я обрезала и буду ждать новых побегов весенних здесь, на этом месте. Вот. Все, что я обрезала, сейчас поставлю на солнышко. Вот. И, в общем-то, буду ждать результатов, сходов новых. Так. В общем-то, собственно, все. В общем, финик вот у меня один остался. А второй за очаг. Погиб он у меня. И вот канны прорастают. Видите, уже естественная такая весенняя поросль молодая пробивается. Вот. Так что все. В саду моем произошли такие работы. И что-то сходит. Что-то я вот посеяла. Не знаю, что. Что-то взойдет. Так. Ну, с вами была я, Лена Летта, из интернета. Вот она, такая Лена Летта из интернета. Так.